скучаю. Я очень болен, я почти умираю. Весело, шумно, под звучание главных музыкальных хитов молодое поколение городского округа Щелково отметило свой праздник. В нашей стране День молодежи по традиции отмечается в конце июня. Он олицетворяет все самое светлое и прекрасное – позитив, легкость, непосредственность и, разумеется, молодость. Праздничный концерт состоялся в городском парке культуры и отдыха. Для всех пришедших гостей на сцене выступили артисты со всего округа – из Литвинова, Огуднева, Медвежьих озер и, конечно, Щелково. Концертная программа была очень насыщенной. На зажигательные песни и танцы никто не заскучал. Символично еще и то, что именно в это время проходят выпускные балы в образовательных учреждениях. Прощание со школой и переход в новый взрослый этап своей жизни – шаг волнительный и важный. В этом году в городском округе Щелково школу окончили 909 учеников 11 классов и 2100 учеников 9 классов. Поздравляю наш городской округ Щелково с Днем молодежи. Желаю всем ребятам целеустремленности, стремиться к своим целям, да, любить и, главное, быть счастливыми. Уважаемые жители города Щелково, уважаемая молодежь, мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником, Днем молодежи. Мы поздравляем вас с окончанием школы, мы поздравляем вас со сдачей экзамена. Несмотря на то, что концерт был посвящен молодежи, в парке собрались гости самого разного возраста, от мала до велика. Праздник получился запоминающимся и подарил так много ярких положительных эмоций. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.